Первая календарная игра первенства Краснодарского края на Кубок губернатора состоялась на футбольном поле Выселковского сельского поселения. За выход в полуфинал боролись футбольный клуб «Кореновс» Кореновского района и команда «Агрокомплекс» Выселковского района. Ну, косяк команды составляет команда комбикормового завода, которая играет у нас на первенство Выселковского района. В общем-то, всегда находится в лидирующих позициях команда, ребята. И, конечно, команда дополнена из других ребятами из других поселений Выселковского района. Из станицы Березанская, из Бесюшка. Ну, в общем, укомплектована полностью команда. Готовилась в течение месяца, готовилась ежедневно. Ну, и мы надеемся, верится, что команда будет выступать с хорошим настроением, в хорошем темпе. И задача та, которая поставлена перед футболистами и перед нами, руководителями команды, будет выполнена. Действительно, в течение всей игры молодая выселковская команда не уступала более опытным соперникам. Кореновские футболисты неоднократно были призерами Кубка губернатора. Что ни говори, но и за все время существования клуба они команда сыгранная и опытная. Но ежедневные тренировки наших футболистов тоже не прошли даром. Несмотря на чрезмерную влажность, они упорно старались завладеть ситуацией в свою пользу. Особенно это было заметно в последние 20 минут. Гол, который забил Георгий Чендуридзе на 70-й минуте, подзадорил всю команду. В итоге игра закончилась со счетом 1-1. Обе команды заработали по одному очку, а по решению судейской коллегии и «Агрокомплекс», и «Кореновск» будут претендовать на выход в финал на Кубок губернатора. Остается пожелать удачи нашим выселковцам, а мы будем следить за развитием событий.